Югорским спортсменам нет равных на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту. Накануне сургутянка Екатерина Чендакова завоевала золото в подъеме в окно учебной башни по штурмовой лестнице. Наша спортсменка преодолела это испытание за 6,98 секунды. В Казахстан на мировой турнир приехали сильнейшие спортсмены из 16 стран. Спасатели состязаются в 5 спортивных дисциплинах, среди которых штурмовая лестница двухэтажной и четырехэтажной учебной башни, полоса препятствий, пожарные эстафета и боевое развертывание.